Все завтра будет у меня очная ставка с потерпевшим. Ну и после этого попросить комментарии. Остальное, ну, специально для вас. Я смотрю, вы же в интернете все берете. Ну, поэтому но, вот сегодня задаем вам вопрос. Ну, вы могли бы позвонить. Мои телефоны есть. Легко и непринужденно могли бы позвонить, а не черпать это с интернета, когда выкладывают кто кому удобно. А что было не так? Ну, скажите, пожалуйста, вы жалеете о случившемся? Я же сказал, все комментарии послезавтра. Вот так. А извиниться, вот вы говорили о том, что вы готовы извиниться перед человеком. Если я нанес увечья, естественно, я готов извиниться.